це музиканти. І сьогодні в цьому залі з нами будуть ділитися оцей любов'ю, благодаттю Андрій Матвієв своїми друзями і Крістіна Загаріна. Це в першу чергу хороші люди. В першу чергу ми маємо розуміти, що це люди, чиї серця дуже гарні. І для мене, я знаю, чому вони ще гарні, тому що Бог Всемогутній зробив їхні серця надзвичайними. І наповнює їх надзвичайною творчістю. І у нас є, знаєте, можливість сьогодні доторкнутися до чогось прекрасного. Бо музика, вона бере своє початок з неба, від Бога. І коли ми допускаємо, що музика дійшла до наших сердець, ми фактично пускаємо наше серце до тих Бога. І я хотів би, щоб вже цей вечір почався, я хотів би попросити вас гучно поаплодувати і запросити нас. Добрий вечір всім. Не знаю, як зараз, але от ми коли їхали сюди, була така... Дождик, дождливая погода. Вот, но, как это говорится, у природы нет плохой погоды, да? Вот, и мы хотели бы сегодня, вернее, не хотели бы, а мы надеемся и верим, что сегодняшний, все, что будет здесь происходить, вот, а будет происходить много, я думаю, интересного, потому что песни разные, вот, мысли разные, исполнители разные и форматы разные. Вот. Мы надеемся, что будет хорошая атмосфера. Вот. И наша задача сделать такую атмосферу, чтобы она, ну, чтобы было приятно и вам, и нам в этой атмосфере. Вот. Я сразу же кратенько представлю. Я Андрей Матвеев, автор-исполнитель своих песен. Вот. Мне сегодня будут помогать Виталик Городецкий на басу и Витя, мой дорогой друг, на гитаре Семенюк. Вот. И, ну, я как уже говорил, песни о жизни, о всем, о каких-то, о духовных вещах, о бытовых вещах, о всем том, что нас окружает, о всех ее сторонах, скажем так. Вот. И, как Костя говорил уже здесь, что поскольку данное помещение напрямую относится к духовной сфере, потому что здесь и церковь, и все, вот, то с нашей стороны, как верующих людей, мы хотим просто первую песню спеть, которая называется «Благодать», в качестве благодарения вообще за то, что сегодня есть у нас день, что сегодня мы живы, что благодаря Всевышнему сегодня у нас бьется сердце, вот, и что просто, что мы живы. Вот. Слава Богу. Сейчас, погоди. Да? Нах, я пришел на землю, и нах возвращусь к тебе. Истина эта стала в сердце моем песни тебе. И благодати твоей достаточно для меня. И благодати твоей достаточно для меня. На-най, на-на-на, на-най, на-на-на-на, на-най, на-на-на, на-най, на-на-на-на, на-най, на-на-на. Твоя любовь излилась в мое сердце животворящим потоком. И я нашел покой и радость
В этом мире жестоком и благодати твоей достаточно для меня. И благодати твоей достаточно для меня. Шел в моей жизни ясной утреннею звездою. Дорога в небо небезопасна, но знай, что ты со мною. И благодати твоей достаточно для меня. И благодати твоей достаточно для меня. Твоя благодать течет в мою жизнь рекою. Твоя благодать везде и всегда со мною. Твоя благодать течет в мою жизнь рекою. Твоя благодать везде и всегда со мною. Такая вот песня. Спасибо большое.